Всем привет! Еще один денек. Выдалось немного времени. Возился с генератором. Это с родного Mercedes. Надо будет переделывать шкив. Поставлю вот этот вместо родного МТЗовского. Нужно будет втулку выточить на закручивание, чтобы она заворачивалась. Внешним вот таким диаметром, на 8 миллиметров длиннее получается, и тогда он встает четко по ручам как надо. Следующий момент, нужно переделать было вот такой вот кронштейн. То есть срезал здесь родное ухо, одно здесь с этой стороны другое было, одно использую, кстати, сюда большое с натяжителя. Вот, и здесь получается нужно будет сделать еще вот такой вот кронштейник, кто будет ставить, если, ну, так же как у Mercedes родной. То есть вот так вот все это дело выглядит. Здесь трубочка, и я думаю, все будет работать нормально. Ну, в общем, как-то так. Следим дальше за новыми роликами. Всем удачи, пока. Thank you.